Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обозначил подготовку кадров для инвестиционных проектов и новых производств в качестве приоритетного направления улучшения инвестиционного климата на 2019 год. Кадры потребуются. Например, заводу «Шефлер» понадобятся новые специалисты. В течение этого года на площадке планируют увеличить портфель заказов, а в зависимости от наличия заказов предприятие может корректировать и продуктовую линейку, производимую в Ульяновске. То есть мы планируем дальше сохранить такие же темпы роста. Мы планируем новые проекты, несомненно, а в том числе здесь, на заводе. А мы уверены, что мы будем расширять нашу работу с индустрией, в том числе с ветровой индустрией. Ульяновск является неким центром кластера ветроиндустрии Российской Федерации. И администрация областная очень поддерживает развитие альтернативных источников энергии. Поэтому мы хотим быть технологическим партнером ветроиндустрии. Вот. Мы планируем расширять производство, в том числе и на экспорт. Предприятие «Шефлер» активно сотрудничает с учебными заведениями Ульяновска по подготовке персонала. Например, в сотрудничестве с электромеханическим колледжем была разработана программа «Мехатроника», которая позволяет подготовить одновременно специалиста по обслуживанию станков и программиста. В рамках образовательной программы работники ульяновского предприятия даже проходили стажировку на заводе в Германии. Сейчас ведутся переговоры по сотрудничеству «Шефлер» с УлГТУ. Я работаю с 2013 года здесь в компании, устроился на должность инженера-механика. Я занимался ремонтом и обслуживанием оборудования. В дальнейшем обучался за границей. Компания предоставила обучение в Европе, то есть на предприятиях группы «Шефлер». До поступления на работу Денис закончил Ульяновский автомех, а потом заочно сельхозакадемию. Работой доволен. Возможности личного и карьерного роста, достойная зарплата – все, что нужно хорошему работнику, завод предоставляет. Учился я в Ульяновском государственном политехническом университете. Радиофак. Данная компания постоянно пытается развивать меня, тем самым она посылает меня на различные тренинги, не дает застояться. Для работы на новой линейке, которую завод планирует запустить, потребуются новые специалисты. Вузы региона должны поддержать предприятие. Регион, в свою очередь, тоже с глубоким уважением относится к «Шефлер». Индустриальный парк «Заволжье» входит в тройку крупнейших, наиболее успешных индустриальных парков Российской Федерации. На его площадях осуществляет свою деятельность уже более 30 компаний, и объем инвестиций в предприятие, которое здесь уже создано, превысил 50 миллиардов рублей. Это серьезные вложения, и мы гордимся тем, что практически все компании, которые находятся здесь, включает в себя не только производство, но и инновационные разработки. Вот компания «Шефлер» является одним из лидеров мировой индустрии производства подшипников, инновационных разработок в сфере механизмов, коробок передач и много-много другое. «Шефлер Групп» входит в число ведущих мировых производителей подшипников. На Ульяновском заводе работают 130 человек в три смены. Объем производства составляет 1,5 миллиона корзин сцепления и 300 тысяч сцеплений в год, а также восстановление порядка 14 тысяч подшипников в рамках сервисного обслуживания. Павел Половов, Руслан Баталов, новости «Ульяновской правды».